Всем привет! Это Винегрет Влог и я шеф-повар Николай Осипов. Сегодня здесь, в нереально крутых условиях, приготовлю вам и поделюсь своим секретом о нереально крутом блюде, лично мое, любимое утреннее, может быть и вечернее, ну, чаще всего вечернее блюдо. Это шакшука. Яичница с большим количеством овощей, томатов. Также можно ее протушить в томатном соке или не протушить в томатном соке, как мы сегодня делать этого не будем. И подадим это все с печеной гренкой. С печеной гренкой из вот этого вот нереально вкусного пшеничного хлеба. Микола Осіпов. Шеф-кухар. Стаж роботи 10 років. Керівник Запорізького філіалу Першої української асоціації шеф-кухарів України. Резидент кулінарного простору «Артишок». Співавтор кулінарної книги «Проще простова». Шеф-повар ресторану «Мімо». Улюблена страва – борщ від дружини та макарони по-флотськи. Смотри «Винегрет Влог» на официальном YouTube-канале ТВ5, подписывайся, комментируй и не забывай ставить лайки. Ребят, очень сильно замерз, потому что сейчас близится февраль, наверное, я не знаю, или где-то середина января, холодно, поехали. Бекон нарезаем, тоже мельчить не будем. Это блюдо настолько брутальное, что здесь изгаляться над ним просто нет смысла, не то что нет времени, нет смысла. Мы сегодня на природе. Время позволяет. На раскаленную сковородку выбрасываем бекон. Выбросим весь, бекона много не бывает. Может быть, так, приборы. Хорошо, без приборов. Добавим кусочек сливочного масла. Это грамм 20. Сейчас я вам расскажу, как удобно филировать болгарский перец при малом количестве отхода. Срезаем плодоножку, переднюю часть болгарского перца, ставим его на ребро и делаем вот такое вот незамысловатое движение. Смотрите, то есть наша доска чистая, семенная коробка осталась целая. Филе отдельно, а это отправляем в черный ящик. Так, бекон шкварчит, томится в сливочном масле. Ну, красивее картины на природе, ну, я не знаю, где нам найти такое. Да нигде, только здесь. Только здесь, только с нами. Смотри «Винегрет Влог». Если тебя что-то интересует, задавай вопросы. Обязательно отвечу на них. Перец болгарский. Также мельчить не будем, считается не нужно. Так, это мы уберем в сторонку. Опять же, обрати внимание, люблю игру цвета, красок, да, в блюде. Это мы еще дорежем. У нас здесь есть немножко желтого болгарского перца. Также добавим. Винегрет Влог, осень, перец болгарский. Да, смотри, какая картинка красивая. Так, туда же добавим томаты. Вырезаем плодоножку. И нарезаем вот такими вот сегментами. Также не мельчим. Крутая овощная картинка получается. Картина маслом. Красный томат. Думаю, достаточно.
добавляем овощи. Опять же, все использовать не будем. Оставим для салатика себе. Так. Как красиво шкварчат овощи с грудинкой-то, а? Картина неописуемая. А аромат не передаваем. Так, что мы делаем? Теперь в сковородочке, после того, как слегка обжарили овощи. То есть наша задача не вытушить овощи, да, оставить их немножечко хрустящими, как это модно сейчас называть, да, слово, если говорю, альденте. Что в переводе с итальянского означает на зубок, чтобы хрустело. Так, делаем такие ячеечки, куда будем отправлять яйца. Ну что, я думаю, в эту сковородку поместится не более 5 яиц. Раз. Теперь обязательно посолим все это дело и добавим немного специй. Мелисунели, паприка. Все то, что мы взяли с собой на природу. А ты не останавливайся. Твои любимые специи какие там, я не знаю. Это может быть сухой чеснок, тимьян, розмарин. Так, пока яйца шкварчат, мы возьмем, сделаем, вот так вот отрежем ломоть белого хлеба. И подвинем нашу шакшуку и обжарим его на гриле. Как-то так. Я уже... Как-то так, ребят. Хлебушек подсушили. Давайте, наверное, еще кусочек хлеба добавим. Мы же с тобой вдвоем сегодня, да? Вот так вот. Ну и что, и ждем, пока яичница в собственном соку приготовится, стушится, да? Вот и шакшука подходит к концу. Что мы делаем с тобой? Греночки пока откладываем в сторону. Берем сыр рикотта. Офигенный нежный творожный крем-сыр, с которым это блюдо заходит просто на ура. Так, выкладываем сырок вот такими нескучными ломтями прям, да? Жили-бедно хватит. Вот так делаем, а? Во. Я думаю, достаточно. А ты как думаешь? Если думаешь иначе, обязательно напиши в комментариях, с каким бы сыром скушал ты именно это блюдо. Так. Теперь берем зеленый лук и петрушку, и все это дело измельчим. Аромат зеленого лука на природе, яйца – это просто космос. Ароматы детства, пионерлагерь, поездка куда-то в лес или на море с родителями, всегда ассоциация. Так, что делаем?
снимаем. Я думаю, наверное, мы возьмем вот так вот, выбросим все дело. Сюда поставим тарелочку и будем презентовать нашу с тобой шакшуку. Смотри, как это выглядит все аппетитно. Очень важно, чтобы желточек оставался жидким, так как он является, ну, дополнительным уже соусом в нашем с тобой блюде. Посыпаем все это дело красиво зеленью. Так, есть. Ну и так по походному, да, подадим. С двумя ломтями печеного хлеба. Ну что, друг мой, что я тебе хочу сказать. Такое блюдо в ресторане, ну, лично я продал бы гривен за 200, да, как ты думаешь? Если думаешь иначе, обязательно напиши в комментариях. А себестоимость, ну, где-то порядка 60-70 гривен. Для того, щоб приготувати шакшуку, вам знадобиться бекон, болгарський перець, томат, яйця, сир рікота, зелена цибуля, петрушка, сіль та спеції. Скибочки бекону викладаємо на розпечену сковорідку та додаємо вершкове масло. Нарізаємо болгарський перець різних кольорів і томати. Додаємо овочі на пательню та обсмажуємо їх. Розбиваємо у сковорідку курячі яйця. Солимо шакшуку, доводимо до смаку спеціями. Тим часом обсмажуємо на грилі скибочки хліба. На готову шакшуку викладаємо сир рікотта. Зелену цибулю та петрушку подрібнюємо та прикрашаємо зеленню готову страву. Шакшуку подаємо зі скибочками хліба. Смачного! Смотри винегрет-влог на официальном YouTube-канале ТВ5. Подписывайся, не забывай ставить лайки. Пока!